Было сказано, что я здоров. Потом сказали вот здесь, что у меня отклеилось. Вот здесь я вообще, по-моему, умер. Но потом опять я здоров. И в итоге я допущен до старта. Это у вас сколько? 50? 50? Сдохнуть можно. Год побежишь? Ответ хоть какой-нибудь будет? Я один разговариваю. Ну, здорово! Можно потрогать? Да ради бога. Что, прям настоящий? Стальной. Да? Еще и закаленный. Ну, да. А что еще интересного есть? Сабля. Меч. Сабля вон у него, он не спит. Какой настоящий вообще, прям, по-моему, еще с тех времен. А можно глянуть? Что на нее смотреть, ее есть надо. О, греча. Интересными вещами люди занимаются. У меня есть вопрос, скажите, вот это вот зачем вот для бега? Поднимаем руку, и вам дают слово. Так, ваш вопрос, давайте. Да? А когда бежишь 30 километров, зачем вот отсюда начинать? Вниз. И ветки надо разбегать, может быть, мы не знаем, что в лесу. Подождите, почему никто вот эту информацию не дал, что ветки им надо будет разбегать? У вас, может, так, сразу видно, что человек отсутствовал на брифинге. Как вас зовут? Так, номер сразу зафиксируем, номер. Имя, фамилия, понятно. Парни рассказали, что будет брод вот так с водой. Надо будет вот так с вещами перебираться. Посмотрим. И говорят еще, за самое лучшее селфи с диким животным будет особая премия. Оказывается, будут дикие животные. Через 3,5 часа увидимся, если животных больших не будет. Что-то бежим, половину идем, а путь какой-то 145-50. Бросится назад 6-й километр. Дистанция пока супер, но надо срочно забросить. Нам нравится! Ха-ха, ныряй! Прыгай в воду, ныряй! А вот башмак! Башмак потерял! Горитекс показывает супер, все сухо, но уже не чисто. 9 километров. Как хорошо. Плов, сука. Никогда перед стартом.
доставай, доставай. Крапива! И ускоряйся! О, майка подходящая. Ну да, бежим медленно. Только-только пришел в себя. 12 километров. Все, желудок стал дружить со мной снова. Но бежать на какое-то время результат не знаю. На таких соревнованиях можно экспериментировать с длиной дистанции. Пробовать подлиннее. Ну как-то смысл на результат бежать. Непонятно, какой он должен быть. Чувствую себя советским пограничником на афганской границе. Давай, отлично, молодец, Андрюха, давай, вперед, Дмитрий, отличный темп, отлично, ты гореть успел, пока бежал. Нормально, где успел загореть? Ну, сколько ты бежал? Ну, понятно. 15. Да. Все будет нормально, все будет хорошо. Руку подтяну. Как круто. Давай нырнем. Раз, два. Давай, ныряй. Подержи. Три. А в том году все кроссовки снимали. Это самый лучший момент пока. 15 километров. Зачем? Ой, простите. Пойдем еще раз купнемся. Ну. А мне сейчас нравится. Да? Мне вообще все нравится. Нифига не выжимается. Ну тяжелее стали, реально. Не, Гарри-Текс нельзя одевать на броды. Моньке! Покажи, что молодец! Нет! Поплыли! Слева палки, аккуратно! Гели потерял. Вот и проверим, непроницаемый ли телефон. А где телефон? На поясе. Блин! А нет, вот. Фу, я же что-то забыл. Аккуратно. Супер! Гель посеял. Но выловил. Вот, а ты переживала, что грязный останешься. Думаю, кеды выжимать не стоит. Воду. Генерал! Вчерашний плов, он уже второй раз обратно хочет. Вот это засада. Второе копы, уже воды нету. В магазине угостили водой. Дяденька молодец. Бесплатно, без очереди. Из собственного колодца. Из собственного колодца. Вы молодцы. На кол. Спасибо организаторам. На кол. Спасибо большое. Как мы не умерли, непонятно.
Заходите. Там наливают? Ну, наливают. Надо вежливо попросить. Социально ангажированные люди. Молодцы! На. Люди, смотри, хотя. Давай, может, это... Молодцы! Генерал, ты лучший! Спасибо! Нет, надо спасибо, генерал! 3-4! Спасибо, генерал! Какие друзья у нас! Молодцы! Генерал спас всех! Ребята бегут все к нему, воды просятся. Вовка, ты лучший! Какое эффективное использование чехла? Это что, это колбаса? Да какая колбаса, курага! Мария, давай! Супер, Маша! Андрюша! Ребят, спасибо за воду! Это было... Самый главный мотиватор! Да! Как тебя, Паша? Да, я Паша! Чё, правда? Нет, я не Паша! Да, блин, надо было сказать! Да, Паша! Паша, давай вперёд! Давай! Всё, здорово! Как? Аккуратно! Ты точно, Паша! Скажи громко, как спускаемся? Аккуратно! Да, заостри внимание, давай! Осторожно и аккуратно! Молодец! О, все, добежим! Не переживайте, все хорошо! Че мучишь себя? Какие классные штуки. Что здорово. Крапива, ура! Руки шире. Развиваемся. Да ну как-то долго так ждет, стоится. Ой-ой-ой! Ах, такие зеленые красивые носки были. Я еще полутра думал, одеть белые носки или черные носки. В принципе, сейчас уже без разницы. Осталось 8. Бегом все это назвать тяжело, но пульс меньше 150 не падает даже сейчас. Это как в том фильме. Помыл, запачкал в тюрьму. Помыл, запачкал в тюрьму. Романтика. Липает ноженьки. Пульс 166. Очень здорово. Вот эти кочки, правда, нервируют, да? Вот сейчас. Воды не хватает. Хочешь попить? Хочу. Ну держи, выдавливай все. Теперь добежишь. Наполнились водой, да? Да. Тяжелые, да? Там грязюка, прям мягкое и тепло. Да. Остановитесь. Гаритекс. Остановитесь. Видите? Видите, надо выйти. Такого еще не видел. Ну и танец к нему. Маленький путянок. О, сзади, покажите. Ай-яй-яй. Все. Я чувствую, я и 50 смогу пробежать. Катя, и ты бежишь? Полтинник. Понял ты, дорогой телезритель, вообще остался дома.
А какая тебя бежит? 50. А есть еще кто-то, кто бежит 100. Вообще сумасшедшие люди. Воды не хватает. На втором пункте осталось еще 6 километров, опять нет воды. Зато есть апельсины. Я скользнулся. Сейчас я вместо воды не дали. Как называется? Я не знаю. Такая называется спасительница. О, все, не хочу воды. Реально организаторы с водой прохлопали. 90% людей пешком идет. Прям страдают люди. Оказывается, вместо 30 удивили на последней станции, когда уже не было воды. Ребята, воды нет, 34. В подарок вам. Еще! Я 15 километров ждал вас. Где же вы ходили? Вот прям о кокошнике мечтал. За 30 километров самое лучшее видео, самый лучший знак. Вот так, знаешь почему? Вот так развернемся и на заднем фоне. Что мы читаем? Суздаль. Суздаль. Нашел российского терминатора, зовут Сергей. Лет 51? 59, но я из Минска. Финиш! Молодцы! Машка! Я 5 Маш встретил по дороге. Привет! Ты тоже Маша? Я Лена. Лена, будешь Машей. Классная майка! Да беги уже, господи! Беги уже, давай! Генерал! Молодец! Поднимай руки вверх! Андрей Юрьевич, что вы можете сказать по поводу этого? Как вам плов? Как борьба с пловом? По-моему, я этим пловом частично комаров покормил 2 раза. Офигенно, все здорово, супер! Время! 4:34. Молодец. 50 километров я еще думал бежать. Никогда. Что интересная штука у вас. Ой, как здорово. Марафон закончен. Предложил нырнуть. Нырнешь? Я что? А ты думаешь, мы погуляемся? Первый раз в одежде, в обуви. Замечательно. Маша! Надеюсь, это не загар вот этого. Потом слишком неровно получится. Вот такая. Огонь вообще. Ой, это вообще чем проводить. Тут, наверное, любой человек уже хочет. Глубина достаточно. Ты видел, как Маша прыгнула? Маша настоящий мужик. Настоящий. Зачем повторяла?